Суд на основании совокупности доказательств, представленных стороной обвинения и материалов, исследованных в судебном заседании, признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного в части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 16 дней с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.